Пам-пара-пам-пам-пам-пара-пам-пам-пам-пара-пам-пам-пам-пам-пам. Привет! Хей-хей! Хей-хей! Всем привет! С вами Кася, канал Сванько, и я Полинка. И это новое видео на моем канале. Да-да, наконец-то, вот оно, новое видео. Наконец-то, 3 недели не было видео. Вообще, практически рекорд, наверное. Зато была моя песня, которая прям мне лично понравилась. Мне кажется, она такая самая интересная песня из всех моих песен. Трек Morgentrack. Кто не слушал, можете послушать. Ссылочка в описании. У меня был какой-то период, вот последний как раз где-то месяц, может даже побольше, какое-то то ли переосмысление жизни, то ли какие-то у меня первый раз появились комплексы. В общем, были небольшие проблемки, они все еще немножко есть, я их практически все уладила. И, надеюсь, все будет нормально, я вернусь к своей блогерской жизни. А может и нет, может быть все изменится, я не знаю. Пока что вот все, что могу я для вас снять, это вот такое вот коротенькое небольшое видео. Ждите контент, мне кажется, скоро, я надеюсь, он будет, потому что я чувствую, у меня вообще очень много идей, но чего-то вот мне пока что какой-то барьер такой психологически мешает начать их как раньше, вот так прям каждую неделю снимать. Типа раньше у меня видео выходили каждую неделю стабильно, даже бывает в неделю 2 видео или 3, а теперь 3 недели нет видео, вообще вау. Видео все-таки снимать я некоторые успеваю. Кстати, у меня появился ТикТок. Да, даже я до этого докатилась. В общем, в описании будет ссылочка, если вам интересно. Ну, я снимаю чисто для себя, как бы просмотры мне сильно не нужны. Так что, если не хотите, не подписывайтесь, вообще не заставляю никого, не обязательно. Просто, если интересно, посмотрите, нет, без проблем. Это видео все-таки выходит, оно будет достаточно короткое, но все же это просто видео благодарность вам. На моем канале 700 подписчиков, ведь несмотря на то, что я вообще практически не снимаю видео, или делаю только песни, или какие-то короткие, вы... Странные люди, все равно подписывайтесь. А когда я пилю контент каждую неделю, прям стабильно, в гору подписки не идут, а тут идут. И как такое может быть, я не понимаю, но странная у вас логика, конечно. Но все-таки на моем канале 700 подписчиков. Такая снова круглая цифра. И круто, спасибо вам. Но это не главный повод для видео, а главный повод — это 100 тысяч минут просмотров на канале. Всего, конечно, все мои... 1 000 000 видео с суммой, но 100 тысяч минут. 100 тысяч. Согласитесь, звучит. Это круто, это прям вау. И снова спасибо вам за это, потому что вы смотрите. Но большую часть этих 100 тысяч просмотров, минут, накрутили и сделали не вы, а люди, которые смотрят видео, Макс и Лена, типа всякие реакции. Вот на них прям скачок и просмотров, и минут просмотров очень большой. Поэтому, ребят, если вы не хотите, чтобы я снимала всякие зашкварные реакции, эти видосы, вот как последний Макс и Лена, вообще не очень, то ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Подписывайтесь на канал и смотрите видео полностью, потому что минуты просмотров — это очень важно. Важнее даже чаще, чем сами просмотры. Вспышка в глаза лепит, пипец какой-то. Очень клево, но хотелось бы больше, поэтому смотрите видео, ставьте лайки и, главное, пишите комментарии. Я недавно узнала, что комментарии продвигают очень сильно видео, и поэтому можете писать не просто по одному комментарию, а даже 2-3, вот просто что-нибудь написать, и это вообще, говорят, очень сильно помогает развитию и канала, и самого видео. Ну и чтобы это видео не было таким коротким, я сейчас пущу слайд-шоу красивых зимних кадров. Мне кажется, для фотографий, снятых на телефон, эти кадры очень крутые. Там капельки, снег. Еще мы сделали снеговика прикольного, вообще зацените в комментах. Горку. И, в общем, все это я пущу в слайд-шоу под прикольную музычку. И все. Спасибо вам за просмотр. В общем, я вас люблю. Надеюсь, вы меня тоже. И пока-пока. Смотрите видосик. Пока. Меня отпустит, нету того пульса. Куда делись чувства, просто сбились с курса. Оттого и пусто, ночью погибаем, утром покидая тусу. Глупо влюбляешься зря, все это не...
Только касание может спасти от смерти меня. Я чувствую все твое тело, твои формы манят. Мы с тобой не останемся, а от тебя мы неопознанно, нами не отвечает земля. То, что идет мне грустно, и меня отпустит. Нету того пульса, и куда делись чувства. Просто сбились с курса, от того и пусто. Ночью погибаем, утром покидаю толстым. Дзюба, мы дзюба, 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 я дзюба, ты дзюба.